Добрый день, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня у нас обзор каравана BLE Pigant. Это караван 2005 года выпуска. Находится у нас на площадке по адресу Псков Николая Васильева, 82А. Караван на две стороны с полноценным пятиместным размещением, с комбинированным бойлером для воды, работающим от электричества и от газа, и отопителем Carver, соответственно. Стоимость данного каравана 642 тысячи рублей, палаточка в комплекте в данном караване. И самое важное — это его замечательное состояние. Пигантики, на самом деле, это такие дедушки уникорнов, но почему бы не взять его в хорошем состоянии. Степная головка Алка с боковым компенсатором, с тормозом катного типа, ну и опорным колесом, конечно же. В данном случае у нас 7-пиновая розеточка. У нас просто редуктор. Вот какие-то аксессуары от палаточки в комплекте есть. Состояние неплохое у каравана. Очень чистенькое. Вероятнее всего, где-то хранился он под навесом. Закладная для палатки с любой из сторон. Вся линия кузовная замечательная. По правой стороне мы можем увидеть выхлоп газовой части бойлера, место подключения насоса помпы и туалет Тедфорд. Кассета и бачок, все находится сразу за дверью. Слив серых вод за колесом, место установки аккумулятора и подключения 220 вольт у нас над арочкой находится. Шины 18 года, свеженькие, 185R14C. Замены они никакой не требуют. Шины хорошие. Не поскупился собственник на тенюшку. Рама без повреждений. Пакеты у нас тонированные в данном случае. И неплохая такая игрушка для тех, кому нужен семейный караван. Очень хороший вариант, потому что его зоны на две стороны, задняя полностью может быть использована для расположения детей, и переднюю часть каравана уже можно разобрать полноценную кровать и родителям улечься вполне себе комфортно. То есть, с другой стороны, можно использовать их по-разному, как обеденную и спальную зону. Но здесь, как говорится, на вкус и цвет у всех жены разные. Масса каравана в снаряженном состоянии 1 на 100. И вот такой вот замечательный, очень светленький интерьер. Очень красивый караван внутри. Хорошие длинные диваны в передней части. Здесь у нас 1,85 м на 2 в разложенном состоянии. Сам модуль у каравана 5,80 с дышлом 6,90. И 2,15 он по ширине. Здесь у нас, если планируется отправка куда-то далеко, придется снимать антенну, потому что с учетом антенны здесь почти 2,65. В задней части каравана у нас вот такие вот диваны. В нижней части может быть организовано спальное место по размерам 1,5 спальной кровати, то есть это 1,40 м на 2. И есть верхний ярус такой вот, 2 метра ширины, 60 он по... Точнее так, 2 метра он в длину, то есть полную ширину каравана, и 60 его ширина спального места. До 70 килограмм данная конструкция выдерживает. Все это может быть закрыто вот такой вот конструкцией. То есть вот так вот это будет выглядеть. То есть магнитик. Ну и, соответственно, не как шкаф-купе, а вот такая вот раскладушка, скажем. Он спокойно собирается в походное положение. Здесь есть фиксатор. То есть, не разбирая вот этой верхней полки, можем использовать нижний ярус как обеденную зону, при этом разложить переднюю часть каравана для, скажем так, спальной территории. Либо сделать это наоборот. Там организовать спальное место и сделать обеденную зону в передней части каравана. В принципе, будет очень замечательно. Тумба у нас быстросъем. Здесь есть быстрый столик, такой вот раскладывающийся. Под этими диванами у нас ничего нету. Есть только вот модуль
касающийся электрооборудования. Бойлер находится сзади, справа по ходу движения. Есть кнопки включения, вот здесь вот эта зона телевизора, которая может уже не настолько актуальна, потому что такая большая зона была, наверное, в эпоху кинескопных еще телевизоров, уже все тоненькие пластиковые, плазмы там и все такое прочее. Уже можно на любом кронштейне, в принципе. Что у нас тут есть? Вот у нас антенна, 12 вольт у нас есть, 220 розеточка, включение отопления от электричества 220 вольт, это предохранитель, само включение, вот оно находится, и здесь уже источник, по которому, из которого мы, скажем так, берем 220, то есть от 500 ватт до 2 киловатт, соответственно. Активация кнопки насоса помпы и включение 12 вольт. Данное включение, помимо, скажем так, обеспечения каравана 12 вольтами, еще и включает аккумулятор. То есть сейчас у нас 220, и чтобы у нас работал чарджер на понижение, на вот это вот, мы ее должны включить. А так, в принципе, это обесточивает у нас 12 вольт. Поставите аккумулятор, зашли, включили, все в караване работает. Так, что у нас тут еще есть? У нас тут есть такой вот большой шкаф для верхней одежды. У нас есть отопитель Carver, как мы уже понимаем, он работает от электричества и от газа, соответственно. Газовая его часть и часть касаемо раздува. Интегрированная кухня у нас вот такая вот с небольшой выемкой. Здесь у нас 4-комфорочная газовая плита. Она не в едином модуле с грилем и духовкой. Ну, все есть, в принципе, есть пьезик для стартера. И также он зажигает автоматом и духовку, и гриль. Холодильник у нас Electrolux. Работа от электричества, газа и 12 вольт по серой розеточке, по второй. Замечательно. Большой морозилкой, как всем нравится. Такая вот у нас моечка. А смеситель находится у нас сбоку. В шкафчиках все красиво. Стучать не будем. Хлопать не будем, как мне в комментариях написали. Хлопать нужно. Все лючки, которые касаемо наружи, касаемо двери, они должны закрываться хлопком. Не надо их гладить. Не надо там ничего перекрашивать. Это пластик на уплотнителях. Хлопнули, закрыли. Никаких бед с ним не произойдет. Хотелось бы отметить, что еще над зоной кухни у нас есть приточно-отточная вентиляция. Работает она от 12 вольт. То есть она может использоваться как вытяжка, может использоваться как приток свежего воздуха. Бойлер и водоснабжение у нас начинается вот отсюда, сзади справа по ходу движения. Вот она, 10-литровая трума с фильтром, все как положено, с вентиляционными отверстиями и газовой трубкой соответственно. То есть, в принципе, караван уже автономен для пути. Комбинированный санузел, безусловно, в таком расположении. Это Стэтфорд с механической функцией смыва. Душевой поддон в замечательном состоянии. Трещин, сколов никаких нету. Леечка у нас здесь. Телескоп. В принципе, хороший, очень хороший семейный вариант для путешествия с семьей. Хороший размер, хороший клиренс. Ну и очень приятное состояние у данной игрушки. Небольшой итог сегодняшнего нашего видеообзора. Это караван 2005 года выпуска. Это Бейли. Стоимость 642 тысячи рублей. Палаточка в комплекте. Мультиотопитель, мультибойлер. Все в замечательном состоянии. Все чисто. Караван ухоженный очень. Ну и я считаю, что на сегодняшний день по стоимости вполне себе достойное предложение. Смотрите нас на нашем сайте autochoicepskov.ru. Там самая актуальная информация по наличию, по тому, в свободной ли продаже караван.
Безусловно, первым делом это все появляется в Инстаграме «Авточойс Псков», ну и, соответственно, на нашем канале на Ютубе. Большое спасибо за просмотр, большое спасибо за ваши комментарии на последних видео, и до новых видеообзоров!